заскрипели у меня колодки с правой стороны, блин. То ли накладка тормозная ушла. Короче, там железо по железу уже трет. Слышно, по-моему, звук. Договорился с Олегом, еду к нему. Пикап-сервис Юг. Съехал с Амкада на Никопольскую. Налево. Через километр будем на месте. Приехал в пикап-сервис Юг. Вот здесь такие проекты у Олега были. Трим-зона у ребят. Эх. Моя машинка. Тоже бедолага. В левую сторону хайдаками. Ну, ничего, ребята починят. Не такое исправляли. Вот он, пикап-сервис. Сопутствующие товары, рабочие столы, мастеров, приемщиков. Этому отделению пикап-сервис Юг, по-моему, 3 года всего, не больше. Мы уже наработана клиентская база, 5 подъемников, отличные мастера, все, ребят, толково идет.
такая херня приключилась с колодками. От накладок ничего не осталось. На внутренней стороне еще осталась накладка. Но тоже миллиметра два. Вот что получилось у нас с колесом. Железная основа колодки. Поряпала не действует. В следующий раз придется менять диски с колодками. А пока обойдемся заменой колодок. Вовремя меняйте. И все у вас будет хорошо. Супер, там все нормально. Я надеюсь. Кстати, направляющие закислился? Правая одна закисла. Ну давай тоже сделаем их. Закисли направляющие. Одна была. И приговорили поршни. Сейчас поменяю рингоблейд поршня. Ну, пока вот такие. С левой стороны колодки тоже уже уничтожены. Внутренняя сторона есть уже почти. Будут менять вот на такие расшиты. Расшиты. Приговорили к замене поршень с правой стороны. Закисли направляющие лево-справа. С правой стороны, где вы говорили по замену поршня, съела диск и задрала. Накладок практически нету на колодке. Осталась только основа металлическая. Она диск подрала хорошо. Скорее всего, при следующей замене колодок нужно будет менять вместе с диском. Левая сторона закисли две направляющие, но там износ колодок, запас еще имеется. Ну, вот. С правой стороны мне уже один раз меняли поршни, поэтому я думаю, вся проблема в нем. Опять его поставил на перекос, он, видать, не полностью отжимал колодку, поэтому, естественно, износ у них пошел побыстрее. Ну, вот, как бы думаю, причина в этом, во всем. Предварительный подсчет затрат на ремонт около 6000. Думаю, что нарастет. Это привезли. Ладога 19. Завоеванная в этом году.
Легин 23-м. Ёма Богомолу. Ролби. Починили меня в пикап-сервисе. Вся проблема была, как я говорил, с правой стороны закисли направляющие. Немножко перекосило цилиндр. Под пыльник попала грязь. Его перекосило. Цилиндр ушел под замену. И, видать, не до конца разжимались колодки, потому что с правой стороны практически вообще на внутренней стороне не осталось тормозной накладки, а с внешней стороны уже железо терлось по диску. Диск немного порепало. Поставил колодки без замены диска. Диск будем менять при следующей замене колодок. Так, с левой стороны закисла одна направляющая. Ну, как бы на работе цилиндра тормозного это никак не сказалось. Ну, вот, поехал я на работу. Что заехал вместе с посылками. Сейчас надо отвезти их на место, вернуть. Там народ в других городах дожидается посылок, а я их вожу по сервисам.